В тяжелом остается состоянии пострадавшего при взрыве в котельной Павлодара. ЧП произошло на предприятии по розничной реализации газа. Ударная волна разрушила газовую котельную, а у соседнего здания выбила стекла, обрушилась крыша. Пострадали водители автогазовоза и оператор компрессовщик компании. Их доставили в городскую больницу. Первый отделался ссадинами и от лечения отказался. Вот 43-летний оператор в реанимации. По словам врачей, мужчина потерял сознание и даже не помнит момент ЧП. Переломов и сотрясений нет, но ожоги серьезные. Состояние оценивается также тяжелое, но динамики стабильны. Все необходимые мероприятия он получает в полном объеме. У него ожог туловища 40-45%. Сейчас предприятие обесточено. Спасатели считают, что взорвалась газовоздушная смесь. В самой газовой компании считают, что выводы делать рано. По данному происшествию будет проведено расследование. Часть оборудования сейчас находится под завалами. После того, как завалы снимут, получается, мы уже будем смотреть, в каком состоянии находятся трубопроводы, сам котел. Пострадавшему сотруднику оказывается всесторонняя помощь нашей компании. Ну и по заключению уже комиссии по происшествию будет дана уже правовая оценка факторов возгорания хлопка газово-воздушной смеси. Ну, может быть, много.